Друзья, подписчики и зрители канала «Орхидейная страна», всех приветствую! Сегодня я хочу рассказать про две самые ароматные орхидеи моей коллекции. Одна из орхидей у меня пахнет на всю комнату. Заходишь утром и ощущаешь сладкий, тонкий, немножко цитрусовый аромат. Я сначала не могла понять, кто же это так сильно пахнет. Скажу сразу, что все эти орхидеи у меня уже цветут давно, наверное, уже около месяца держат цветы. И этот запах, он появился не сразу, ну, такой, наверное, интенсивности, а постепенно со временем. Долго томить вас не буду. Второе место, самые ароматные орхидеи в моей коллекции, я смело отдаю Леодоре. Леодору я растила из размера 1,7. То есть купила ее в торфяном стаканчике подросткам. И за какое-то время, по-моему, полтора года, она у меня выросла до такого размера. И это ее первое домашнее заслуженное цветение. Ароматная она до ужаса. Пахнет очень приятно. Ну, там, наверное, можно услышать и нотки, и лимона. Ой, как вкусно! И тюльпаном она пахнет. Но это очень вкусный аромат, достоин любой коллекции. Если честно, я раньше скептически относилась к этому сорту, потому что я люблю цветочки, у которых петали и сепали стремятся к кругу, чтобы цветочек был такой круглый. Но из-за аромата эта орхидея, конечно, стала любимицей. Цветы ее переливаются. У нее очень яркая губа, натуральный цвет фуксии, переходящий в такой огненно-рыжий-оранжевый. Губа очень красивая. Ну и вообще цветочек такой привлекает к себе внимание, поскольку у него есть градиент от центра, цвет переходит к более светлому. Вот, конечно, губа. Сейчас попробую еще раз сфокусироваться. Очень красивая. И цветы достаточно большие для Леодоры. Ну, где-то они 8, наверное, сантиметров. На солнышке она хорошо играет. Вот я сейчас записываю обзор и просто наслаждаюсь этим ароматом. Это не та орхидея, у которой нужно носик засунуть в цветочек, чтобы понюхать, вынюхать какую-то нотку. А это действительно ароматная, полноценная орхидея. Ну и, конечно, первое место по запаху, по аромату, по интенсивности этого запаха я отдаю орхидеи с названием LC Дракон Snack Scale. Потрясающий, конечно, сам цветок по красоте. Наконец-то мне удалось его заснять на солнышке. Он лаковый, восковый, большой цветок. У меня уже больше месяца двум этим цветочкам, начал доращивать еще бутон. Именно этот цветок пахнет на всю комнату. И этот запах, знаете, вот как бывает, Дэвид Лим пахнет тухлой рыбой, ну или чем-то там таким, копченостями какими-то. А это орхидея, ну это сладкий, нотки амбры, нотки тоже лимона, лемонграсса, приторность есть определенная, и он такой тонкий-тонкий. То есть сан дракона, солнечного дракона, как его называют, можно тоже покупать только из-за запаха. Но вообще про этот сорт говорят, что он и долго цветы держит, долго цветет. Это его тоже первое цветение. Обратите внимание на его губу. Она яркого цвета, тоже, кстати, цвет фуксии, переходящий в ярко-огненно-рыжий такой оранжевый цвет. У нее белый носик.
и покрытие петали, сипали, как будто бы они покрыты лаком. В этот сорт я влюблена. Если меня спросят, какую одну орхидею вы оставите, я, наверное, скажу, что именно LD Сандракон. Ну и быстренько пробегусь по остальным ароматным орхидеям в коллекции. Little Mary, я делала на нее как раз-таки недавно обзор, ссылочка будет в правом верхнем углу или в информации под видео. Она запахла через 3 недели после открытия цветочков, распуска цветочков. Но у нее такой аромат, надо принюхиваться. Он свежий, запах молодой кустовой гвоздики. Хайсин Спот Леопард у меня цветет уже 2 года, не переставая. Чудит. Пилоричность у него проявляется постоянно по-разному. То это бабочка, то есть петали за щипом, то это трилипс, то это смесь чудо-чудная, как скажет моя подруга Татьяна Васильева. Но он мне очень нравится. У него цветочки чуть-чуть выцветают. Вот этому цветочку больше 3 месяцев. Представляете, как он долго держит цветы. Этот раскрылся недавно, ну, где-то 3 недели назад. У него тонкий аромат, нужно принюхиваться, в основном в утренние часы. Пахнет тюльпаном. Я обожаю этот цветок, мне очень нравится. Я уже в своих обзорах говорила, что у меня еще 2 подростка этого гибрида. В общем, безумно он мне нравится. Это Мету Red Paper. Это второе его цветение, Мету King Red Paper. Он начинает ароматить примерно через 2 недели после распуска. Ароматит достаточно сильно, но только в утренние часы. Это, можно сказать, такой анонс. Я сделаю про этот цветок отдельный обзор. Поэтому подписывайтесь на канал. Ставьте в правом нижнем углу, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. Ну и такой эксклюзив, это орхидея, на которую сейчас бум, Maple Valley или Maple Valley. Извините, если я неправильно произношу. Цветочкам буквально где-то 4-5 дней, как они распустились. Буду ждать распуска всех остальных бутончиков. Эта орхидея должна тоже начать ароматить. И ароматить сильно. У нее еще серебристые листики. От производителя Айсин. Форма цветочка бесподобная. Тоже на нее будет у меня детальный обзор на канале. Хочу напомнить, что все видео у меня информативные. Вы можете под видео нажать стрелочку, и там будет вся информация, название всех сортов, участвующих в видео, ссылки на обзоры и на полезные видео. Большое спасибо за просмотр. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Ну а я с вами прощаюсь и увидимся в комментариях. Пока-пока!